Всем привет, дамы и господа. Вы находитесь на канале, на моем канале Solo Pal. Вот, зашел в Hearthstone, а здесь вот празднуем Таквавин. В ходе этого особого события вы можете выбрать на арене сразу два класса и составить колоду с использованием их классовых карт. Я так понимаю, бесплатная арена дадут? Нифига подобного. Ладно, ты бой за колоду ОТК, темпа, маг поджигателем. Пятый мой бой, счет 2-2, винрейт 50%. Шестой бой по счету, популярный сейчас Зефрис колод. Почему-то мне шаманы не попадаются, хотя по сути их должно быть много. Сейчас мне Зефрис колоды попадают часто. Но это, скорее всего, этот квест. Квест жрец. Таких я уже тоже побеждал. Тоже не один раз, но тут опять же как повезет. Посмотрим, что получится. Так-то, конечно, у меня здесь победить больше шансов. Посмотрим на мой скилл. Смогу ли я или нет. Так, итого у нас уже три ключевых карты в руке, плюс два дешевых заклинания. Так, нет, это, видимо, наверное, может комбо, раз он секрет не выкладывает. Так, уже интересно, он все еще ни одной карты не выложил. Может быть, Зефрис какой-нибудь? Сейчас посмотрим. А хилит. Не выложил. Так, мне нужен поджигатель, которого у меня нету. Пропущу ход. А если быстро подниматься по ладеру, то я бы порекомендовал или агро-шамана где-нибудь до 10 ранга. Ну, может быть, до 8. Ну а дальше по вашему желанию. А, я понял, это этот, на воскрешениях. Если мне сейчас повезет, то я могу превратить его в овцу через Фокс. Нет, не получилось. Думал, сейчас вытяну эту карту превращением, что-то пошло не так. Но сейчас, если я убью, допустим, эту карту, он их будет воскрешать. И так до бесконечности. Так, ну у меня уже накопились маленькие заклинания. Мне надо только вытянуть этого поджигателя. Уже две ученицы-чародея. Надо поджигатель, мне нужен поджигатель. 10 карт в руке. Пожалуй, вот это разыграю. Потом у него будет легендарка, которая воскрешает по-любому. У таких колод всегда есть эта легендарка. Как называется, правда, не помню, но она автоматом воскрешает тех, кто умерли в этом ходу. Наподобие этого, как раньше в Наксрамасе был. Бля, как он, как эта карта называлась, не помню, тоже вот такой же механикой обладала. Десять карт в руке многовато. Так, ну я, пожалуй, наверное, потрачу монетку. А хотя нет. Так, итого 9 карт в руке. У него 8 карт и 19 колод. Сейчас и квест друиды, в принципе, тоже неплохой вариант для поднятия по ладеру. Зоолок и вот этот вообще лок пропал. Как будто его и не было.
Но сейчас не его мета. Он вообще испарился. Так, 9 карт. Добьем одного. Также паладины. Тоже, в принципе, встречается, но не так часто. Паладина попала. Мне очень нравится вот такая колода. Когда надо комбинации собирать, можно там с одного хода противника уничтожить. Всегда любил эти колоды. И токен друид. Тоже, в принципе, я помню, поднимался много раз. Архетип этот, он как... Ну, иногда отсутствовал в каких-то метах, а чаще всего он присутствует. Вот я собирал или ОТК, или вот этот вот токен. О, поджигатель подъехал, все, можно разыгрывать, чтобы быстренько все сделать. Так, сейчас ему много в лицо прилетит. Генерируем новые карты. Если сейчас все успею по таймингу, то в принципе 20-25, а может все 30 снесу ему. Давай, 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 давай. Блин. Не очень хорошая карта. Слишком дорогие карты выпали. Это очень плохо. Это значит, что сейчас у него есть шанс отыграться. Скорее всего, он заберет поджигателя. А, вон что. Ой-ой-ой-ой-ой. Как хреново-то, а? Какие-нибудь карты для того, чтобы пробить ему лицо. Так, интеллект опять выпал. У меня еще один поджигатель есть. Но, блин, а. Карты сгенерировать, попробовать. Но у меня они все дороговато будут стоить, все заклинания. Я еще сейчас и проиграть могу. Блин, а. Видимо, я проиграю, по всей видимости. Вот эти бы подешевле выпали. Так, Taurus Sun. Ладно, удешевим. Посмотрим, что получится. Так, эту карту заберем. В конце. Примененная вами на этом ходу. Хорошая легендарка. Ее бы тоже посоветовал крафтить. Популярная. Правда, не во всех колодах используется, но в этой мете ее можно крафтить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нифига себе. Тут все зачищать. Так, убираем всю эту шлоупонь. Блин, ну я его уже, наверное, не смогу ему столько снести. Тяжеловато будет. Мысли. Это у меня сейчас интернет завис. А, это же элементаля вытаскивают. Ну, чисто теоретически. 2, 4, 6. Так, потом что у нас? 12, 18. Ну, блин, опять стол у него появился. Ну не, походу у меня тут без вариантов. Сейчас попробую еще раз зачистить. Так, это ударить он меня. Минус 2 маны. Утешевил на 2 маны. Он сейчас понавыставляет здесь. Блин. Вот это тоже плохая карта. И, кстати, всегда выпадает так, что когда убивает Сильвану, она всегда тырит поджигателя. Я не знаю, по какому принципу работает Хардстоун, но так почему-то всегда происходит. Ну ладно, попробуем. Ну, конечно, я думаю, здесь уже я в проигрыше.
Блин, ну давай, не тормози только. Замораживают. Ну нет, все, у меня сейчас просто ресурсов не хватит. Это еще какой-нибудь массовый эффект, и можно заканчивать эту игру. Но мне нравится эта колода, прикольная. Особенно, когда у тебя все ключевые карты, прям все сходится, и заклинаний дофига, и два мана смерчи, и две ученицы, и все быстренько прям пиу-пиу расстреливаешь. Очень веселая колода. Но это не Зефрис, это... Я сначала думал, что это Зефрис. А у него по две копии карт. Но нет, все. Это ГГ. Не осталось ресурсов, можно сдаваться. Переиграл он меня по ресурсам. Ну, как-то так. Кто-нибудь, интересно, еще у этой колоды играет? Потому что она тоже не популярная, она в принципе играбельная. Точнее 2-3 счет. Поражений-то больше у меня. Опять я до 14 упал. Никак не могу выше 13 подняться. Всем спасибо за просмотр, за ваше внимание. Увидимся уже в 6-м выпуске.